Всем привет! Давайте посмотрим такую тему. Как ваш недоброжелатель поживает сегодня? Я сделала 4 варианта, как обычно. Дам описание этого человека, чтобы вам ориентироваться точно, да? И посмотрим, как у него дела. Так, надеюсь, все видно. Человек номер один. Что происходит у него сегодня? Ой, кто пришел? Какая, что ты себя представляешь, кого вы загадали? Так, и смотрите, здесь лица нету, то есть мы не видим, а мужчина или женщина, да, но мы понимаем, что это человек думающий и далеко не глупый, так скажем. Интересный противник, потому что здесь у него все рассчитано наперед. Он очень умеет все масштабно мыслить и видеть несколько ходов вперед. Независимый. Очень сложно таким человеком управлять, либо чем-то держать его. Очень сложно. Потом этот человек, который в прошлом очень сильно пережил какую-то травму, которая, ну, как бы, как сказать, человек перестал, знаете, как быть героем, так скажем. Трусоватый человек, вздрагивает, какие-то сложности, что-то такое его пугает. То есть что-то вот здесь такое есть. То есть, может быть, он транслировать себя как сильный, смелый, на самом деле это не так. А ему нравится, когда к нему подходят, когда ему что-то предлагают. Ему нравится, когда его заинтересовывают. Тут очень высокое себе мнение. Что сегодня у него происходит, у этого загаданного вами человека? Давайте посмотрим, что происходит, как поживает. Общение идет с мужчиной, либо хороший друг, так скажем, либо это человек, обладающий какими-то знаниями, допустим, юрист, риэлтор. То есть человек какой-то профессионал, так скажем. На сегодняшний день испытания идут этого человека, вашего, кого вы загадали. И очень-очень тяжело здесь. Двойной дьявол выпадает. Дьявол говорит о том, что этого вашего загаданного человека в доме, где он живет, происходит какой-то обман. Обман связан с женщиной, связан с недвижимостью. И мы не можем никому об этом рассказать, мы не хотим никому посвящать в это все. То есть человек друзей исключает от общения, обсуждения, не хочет это обсуждать. Единственное, что может знать какая-то близкая женщина, мама, сестра, вот может знать. Остальных человек не посвящает. Болезненная ситуация на сегодня, зависимость может быть от партнера. И здесь ощущение, что произошел обман, предательство. Человек это переживает. Это связано с его домом, где он живет. Тяжело очень, неимоверно тяжело. Тяжелые карты. Что, почему башни? Все рассыпалось, все сыпется. Идет какой-то конфликт. На сегодняшний день вашему врагу не позавидуешь. Хотя деньги есть. Но там, где ваш человек работает, может идти конфликт с мужчиной. И вплоть до того, что подумывает об увольнении. Тяжело, сидит у разбитого корыта, пытается все собрать, но не получается. Как бы он эту чашку не склеивал, ее не соберешь. Здесь по судьбе человеку пережить это. Здесь возможен разрыв отношений из-за вот этого обмана, из-за этого предательства. Будет, наверное, все-таки принято решение вашего загаданного человека поставить точку. Потому что по судьбе должна быть точка поставлена. Кого-то либо из семьи уйти, либо убрать кого-то из семьи. И все из-за какой-то лжи. Может человек это, знаете, очень сильно переживать, потому что для него это как удар. И это обман в его семье.
и не хочет никому об этом говорить, никому. Только вот с какой-то близкой женщиной может обсуждать. Поэтому и выпал у нас на первом варианте дьявол, то, что здесь человеку очень сложно. Так, вариант номер два. Давайте посмотрим, кого вы загадали, какой это человек, какой, какая. Так, кто ты? Что ты? Посмотрим, что ты из себя представляешь. Ну, интересно, да, старший аркан единственный, нет, не единственный. Ну, дурак, короче. Тут человек либо глупый сам по себе, недалекий, либо, знаете, действует как-то на эмоциях бессознательно. Важно, что говорят, важно, кто говорит и что говорит про этого человека. То есть мнение чужих людей здесь важно. Считает себя хорошим другом, надежным человеком. Но здесь, вот здесь именно человек такой, знаете, как я вижу мир, я так вижу, да, вот этот мир, и меня не переубедишь. Здесь не скажешь, человек действительно не особо умный. Здесь он действует спонтанно, по желанию. Тяжело переживает разрыв, тяжело ставит точку. Но я так думаю, что на сегодняшний день этот человек переживает какие-то проблемы. Может быть, трансформация идет, изменения внутри. Потому что какие-то карты тяжелые на него выпадают. Давайте посмотрим, как человек сегодня поживает. Что у него происходит? Что происходит? Проблемы с деньгами. Я вам хочу сказать, что если человек этот работает, он может в ближайшее время работу потерять. Если он не работает, найти ему эту работу очень сложно, проблематично. И самое главное, здесь мучает вопрос денег. Где их найти? Паника, просто паника. Почему? Потому что есть какие-то долги. Может быть, кому-то надо отдавать, либо ипотеку гасить, кредиты, либо на что-то надо жить. Денег нет, работы нет. А хочется, знаете, работать хорошо, и чтобы никто не мешал. На сердце женщина либо думает о ее поддержке, чтобы помогала, либо, ну, пойдет с разговором. В доме, где вот ваш партнер живет, тоже много-много всяких обсуждений. И может поддерживать близкая женщина, не знаю, мама, сестра, жена. Здесь единственное успокоение – это то, что дома происходит. Потому что дома пытаются как-то здесь эту проблему совместно решить. Ему хочется бежать, куда сломя голову вашему врагу. Потому что он не знает, что ему делать. Нужны деньги. С работой что-то не важно. Здесь карма выпадает на этого врага, на вашего, что в прошлом он какую-то женщину обидел. Несправедливо. Да, поддерживают близкие друзья, поддерживают родственники, все поддерживают, а толку никакого. Надеется, что когда-то этот период прекратится, что пройдет срок, и прекратится эта ситуация. Тяжело сейчас, без денег. Какой-то есть конфликт с мужчиной. А может, из-за этого мужчины и с работы что-то не ладится. Здесь у этого человека, которого мы смотрим, у него в априори стоит главный вопрос – это финансы. И какие-то долги. Если вы четко знаете, что долгов у этого человека нету, то здесь идет речь о том, что жить, как жить дальше. Хочется, знаете, всех обеспечить, всем все дать. Теряет авторитет. Так, вариант номер три. Давайте посмотрим, кого вы загадали. Так, кто ты? Какой, какая? Да, здесь у нас дама вышла. Королева Пентаклей.
Если загадывали мужчину, то перезагадывайте, потому что здесь женщина одинокая, не любительница больших компаний, либо когда много народу, большой коллектив, она одиночка. Она либо деловая, умеет деньги считать, либо она, ну, замужняя, так скажем. Болтушкой может быть, либо, знаете, любит, ну, как бы слышать новости, сплетни. Может быть, еще, знаете, такая у нее черта, она у нее язык подвешен, она может разговаривать вообще легко, без проблем. Умеет закрываться, умеет ставить расстояние между людьми, да, дистанцию, дистанцироваться. Но она непредсказуемая. Не знаешь, что у нее в голове. Человек знает четко, что хочет. Вот она знает четко, куда она идет и зачем она идет. Ее не сбить. Потому что она в себе закрыта и советуется только с собой. И знает четко, что ей надо. Что у нее происходит сегодня? Так. Интересно. В голове зреет какое-то важное решение. И на личном, если мы говорим про ее партнера, здесь какая-то точка. Либо, ну, поставлена точка, как будто бы, знаете, расстались. Да, здесь как будто бы разрыв. К разрыву идут они, либо уже разорвали. И это ее решение. Она больше так не может. Здесь конфликт, споры какие-то, конфликты. Да, разрыв, полностью разрыв. И даже, мир, может быть, пытаются как-то мирно разойтись. Ну, тяжело. Здесь у нее решение поставить точку в отношениях. Деньги есть. Кто-то еще ей помогает. Либо она кому-то тоже помогает. Но деньги у нее есть. На работе. Тяжело ей, потому что где-то она либо устает, либо тупые сотрудники, трудно на работе. Но работу я вижу, что есть на работе, много знает за кого, тайны всякие. Она думает, если у нее есть ребенок, она про детей думает, что делать. А так, вы знаете, она ощущает себя довольно-таки свободной, ей легче стало. Вот поставили точку, разошлись, ей легче. Она понимает, что дороги все открыты. Куда хочу, туда иду. Я никому ничего не должна доказывать. Рассталась с какой-то женщиной кровной, ну, допустим, с свекровью, да, и легче стало. Обсуждает с друзьями какую-то любовницу, либо женщину. Обсуждает треугольник, обсуждает любовь, любовные отношения. Ну, то есть здесь у нее на первом месте личная жизнь. Но разрыв вот этот вот ей дался трудно, но в итоге она понимает, что это правильное решение. И свобода, да, дана для того, чтобы идти вперед к новым отношениям. То есть она здесь не убивается башкой об стену, она не бьется. Она не любит быть зависимой. Для нее это пытка. Она хочет, конечно же, семью, но чтобы семья была, ну, на доверии, на любви, но не было деспотизма, либо каких-то, знаете, таких тяжелых отношений, когда и ревность там, и битье посуды, это не надо ей. В принципе, она маг, это ее карта. Она знает, что она хочет, и куда она идет, и что ей вообще по жизни надо. Так, вариант номер 4. Давайте посмотрим, кого вы загадали. Посмотрим, что за человек, так скажем. Так, а кто у нас тут пришел? Кто ты, что ты? Так, здесь может быть тоже женщина, но смотрите, она очень тяжелая. Это женщина разрушающая, как ураган, как вихрь. Куда бы она ни шла, она потребитель, потребляет, пользует, берет, бросает. То есть она не выстраивает что-то. Она пришла и взяла. И может быть истеричкой, может быть человеком-интриганом. Она, вот ей на все наплевать. Вот тут человек вообще без принципов. Что хочу, то и делаю. У меня есть я.
И это очень такая женщина, ну, тяжелая. Тяжело с ней бороться, потому что она видит только себя. Она ураган, который все сметает, и ни с кем она не считается. Так, сразу хочу сказать, ее парит одиночество. Посмотрим, о чем речь. Она переживает за то, какие про нее ходят слухи. Вот сегодня это ей важно. Вдруг человек об этом подумал. Так хочется сказать, да, проснулся и подумал, что ж про меня говорят-то. В целом здесь неплохо. Она хочет какой-то праздник. Ей не хватает праздника, либо намечается праздник. Если есть партнер, здесь созависимость. Хочется каких-то перемен, изменений. Вы знаете, если какой-то у нее идет конфликт, она пытается противостоять, но она это делает как-то хитро все. Она хитрая. Деньги ждет откуда-то. А кто-то ей должен денег. Либо пенсия, не знаю, либо откуда-то издалека какие-то деньги. Может быть, кто-то должен долги отдать. Она ждет деньги. Но почему-то либо давно ждет, либо не идут они, либо не получит она их. Там, где она работает, не все так гладко, все висит на волоске. Либо ей предлагают какие-то вещи, она не хочет соглашаться на них. На работе ей сложно. Если она не работает, то ей работу пока не найти. А если работает, она подумывает о том, чтобы поменять. Либо будет договариваться про смену каких-то обязанностей, сложные на работе. И дома еще конфликты. И важно, что говорят про нее, и то, что она слышит, ей не нравится. Переписывается с какой-то подружкой издалека. И совсем нечестные разговоры между ними. Вы знаете, все неплохо достаточно. Оказывается, все проблема в том, что она идиотка. Она дура. Она какого-то хрена лезет в магию. И магию может насылать, допустим, либо платить. То есть не сама делать, а кому-то платит, мастеру, допустим. Не надо этого делать. Здесь показывает ей наказание, будет. Оно, может быть, уже сейчас началось, это наказание за магию, за ее глупость. У кого-то здесь наказание за какие-то тайны, которые она прятала. Она может остаться одна. Эта женщина может остаться одна. Здесь какая-то энергия, знаете, вот она везде и нигде. То есть эта женщина пытается везде контролировать и сохранять лицо, что у нее все супер. А на самом деле это не так. Очень много тревожных знаков здесь идет. Тревожности. Она как будто бы, знаете, старается не замечать этого. Она как будто бы уходит от проблем. Она старается в какое-то веселье, в какие-то радости. Ну вот не думать об этом. То есть старается ограничить себя, вот убрать от себя эти проблемы. Типа я подумаю об этом завтра. Да, у нее какие-то проблемы. Она не может какую-то ситуацию решить с детьми или с внуками. Она пытается быть ни от кого независимой, быть счастливой, абстрагироваться от людей. Если был разрыв какой-то, да, она в этом виновата. Это было ее решение. Если она в чьи-то отношения залезла, то это ее намеренное было решение какие-то отношения разрушить. Она человек такой, что она никого не приемлет, никого не слышит, не уважает, слышит только себя. И это может привести впоследствии к тому, что она может остаться одна. Она это чувствует, но она ничего не делает, она уходит от проблем. Я не знаю, этот враг ваш, как вы с ней там вообще уживаетесь, как вы пытаетесь, бесполезно что-то говорить, вообще бесполезно. Вот такой у нас был сегодня расклад.